новом выпуске программы «Золотая рыбка» на крючке у Евгения Додолева окажется Юрий Грымов. У нас в театре может быть очень разные вещи. Вы узнаете, как режиссер относится к критике. Грымов буфетом хвастается, потому что остальным не может похвастаться. Специально не замечать успех модерна – это классно. Меня это возбуждает. Кого не пускает в свой театр. А как вы можете это запретить? Я считаю, что очень много шарлатанов, которые хотят прийти на халяву. И какие он готовит эксперименты в новом спектакле? Я как бы раньше на эту тему не говорил, потом думал, почему я не могу об этом говорить? Это дерзость такая, прям это удивительная. Это риск режиссера. «Золотая рыбка», Юрий Грымов. Премьера. Смотрю, думаю, господи, это же очень интересно. Смотрите в пятницу в 10:00 на телеканале «Москва. Доверие».